А, уже снимал? Ты надоел со своими. Да, поснимай, походи. Плавно. Ласка. Так, где первый фонарик? Наш. Давай. Ника, короче, будет теплее. Будем, конечно. Дотронуть. Сейчас, но я его сначала надую. Этот, он перевернется и сейчас поснем. Отпустим. Оно, по-моему, как фонарик сердечко. Ну, это так и есть. Мика Маус, Барбара. Накинал. Эти Микки Маус. Что-то не горит. Да. Не горит. Слышно, перестрелять. Поделись. Сейчас там стрелять. Это штраф у нас тоже такой. А на что? На штраф 200 гривен. Что, заработал? Заработал. Просто надо доказать. Что это? Наши шарики? Не, все, работаю. А это для фонарика? Это просто... Все, горит. Лучше бы машинку купил, тебе машинки больше нравятся. Пусть стоит. Осторожно, чтобы трава не подвалилась. Там уже горит. Горит! Что страшно? Все, держи, он надувается. Давай. Еще держи, он еще не запускает. А, это самый дырявый. Где не дырявый? Давайте. Что последний будем пробовать. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. А ну, Тимур на бис, давай. Тимур на бис. Давай. Пой, Тимуренок. Нет, не взорвется. Давайте Никита. Никита сама хорошая часть кладу. Где еще один? Вот наш. Все, давайте. Я держу. Ну, как хочешь, давай я. А лучше мы вдвоем. А лучше мы вдвоем. Берешь за прибыль. Лиза там уже прогорячая. Лиза уже хорошо. Нет, он наоборот только сейчас набирает. Я не умею держаться за горячей. Должен просто Лиза. Не смотри, не смотри. Давайте вот так. Давай, держи. Ну не бегай. Галина, давай. Так, это загадали. Давайте, загадываем желание на этом. Галина. Давайте, девочки, загадывайте. Давайте, кто хочет на этом загадать? Я все, загадали? Можно на всех загадать. Все, отлично. Все, давай, давай. Как красиво. Сейчас он пойдет. Пойдет. А если пожар будет? Еще не разорелся. Ну, на ваше желание как-то не... Нормально, желание сейчас пойдет. Ой, он так... Мастер никому не светит. Ой, еще надо прикинь, если там пожар будет. Желание пошло. Все, ребята, удачи. Одно пошло желание. А этот фонарик еще не раздогорится. Нет, давай. А сам там что-то в дерево летит. Нет, это желание. Пожар! Не, оно сейчас обойдет дерево. Да, но выше. О! Все, разгорелся. Ну, ее задача разорится. Если рано запустим, то бы плохо. Воздушный! Да, оно улетает дерево! Давай желание, когда ты загадывал. Да, я загадал. Давайте вы! Летит! Летит! А что он все выше и выше? Приземлиться не поверит. А если надо вот так вот? Так, все, загадали здесь. Да? Поехали. Привет, бейба, хочешь... Все пришли смотреть на наши фонарики, привет! Этот лучше разгорелся. Да. Пока-пока. Привет всем. И он там нас горит. Смотрит, челики. Пока-пока. Вы что, фонарики? Как долго выстоять? Ух ты, там все фонарики. Я как высоко сразу рвану. Я последний. А у нас как далеко. И как далеко он горит? Ну, до космоса долетит, а там лопнет. Да. Так и будет. У вас уже тоже. Если там горючего не закончится. Воздушные фонарики. Подобьем. Так, Стас. Стас. Лети. Ой, у вас тут. Расшатала. Расшатала его. Ой, смотрите, тут уже далеко улетел. А наша сука. Смотрите, а тот к тому летит. Не бойся.
там нормально все. Видите, они четко. Это Илон Маск запустил серию спутников. Интересно, люди. За нами следят люди. Да, они смотрят наши эфиры всегда. Загадывайте на этом, кто еще, кто хочет еще. Давай, берись. Берись за него, то ничего с ним не будет. Давай. А это потом по-любому исполнится. Я думаю, что да. Давайте еще я. Давай, сейчас, а то оператор я... ничего не собрал. Надо что-то подумать. Ты будешь поплыть? Да. Там они в одном. Если ты не полетишь, я тебя... Ну, ты полетишь, может не полететь из-за дырочки, но мы его еще сейчас... Нет, ничего страшного. Старается. Он наш самый высокий. Он как мы, старается и летит. Все, видите, второй пошел, значит точно исполнится. Вот, видите, гляньте, как высоко. Так, а ну. Стас, да-да. Сбацай, давай я вас сбацаю. Наш идет к концу.